Сегодня в регионе стартовал второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции МАК-2023. Ее основные задачи – выявление незаконных посевов и очагов произрастания запрещенных растений, перекрытие каналов их распространения. Так, по результатам проверки, стражи порядка задержали жителя села Воскресеновки, который в своем огороде выращивал кусты опиумного мака. На территории домовладения были обнаружены и изъяты 564 куста наркосодержащего растения рода мак. Кроме того, изъято наркотическое средство маковой соломы общей массой 24 грамма. Мужчина пояснил, что изъятые части маковой соломы культивировал для личного употребления. Задержанный дал признательные показания, допрошен в качестве подозреваемого. Таким образом, ликвидирован крупный канал поступления в незаконный оборот наркотиков растительного происхождения. В отношении 46-летнего сельчанина заведены уголовные дела по двум статьям – 228 и 231. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.